наручные часы Nord Edge, модель называется Ridge. Идет в коробочке такой фирменной. Так, и сами часы. Здесь у них датчики находятся. Полимерный мягкий ремешочек, пластиковый корпус. Так, по функциям. В режиме часов на часах отображается время, дата, день недели. Также можно менять, удерживаем верхнюю кнопочку, температура. График набора высот, изменения. И график изменения давления. И опять удерживаем, попадаем в день недели. Так, в часах есть подсветка. Безель вращается. Также есть альтиметр. Компас цифровой. И барометр. Тут отображается давление над уровнем моря. Тут давление в реальности. Ну и время. Так, дальше в них есть шагомер, показывает расстояние, пройденное время в пути, счетчик калорий, два будильника, ежечасовый сигнал, секундомер, таймер обратного отчета и мировое время. Так, что касаемо функций. Теперь что касаемо настройки. Чтобы попасть в режим настройки, удерживаем кнопочку мод в течение нескольких секунд и этой же кнопкой переключаемся между настройками. Настройка минут, часы, год, месяц, дата. Режим отображения можно или дата месяц, день месяц, или месяц день. Но нам привычнее день и месяц. Так, режим отображения времени 24 часа. Так, вот тут очень полезно для часов с темными циферблатами функция контрастность. То есть можно менять контрастность дисплея. Можно сделать очень яркое вот на десяточку или очень темное. Ну, вот такое. Ну, вот где-то на 6, наверное, оптимальный. Так, звук кнопок включить, выключить. Измерение, единицы измерения веса килограмма. Это для функции шагомера. Также единицы измерения длины шага. И прогноз погоды. Вот, не знаю, видно или нет. Тучка мигает, можно откорректировать. Ну, вдруг что сбилось. Да, тут есть... Да, после того, как все настройки сделаны, удерживаем кнопочку мод. И опять вернулись в режим времени. Да, тут еще есть функция прогноза погоды. Сейчас у нас пасмурно, вот горит тучка. Она основывается на показаниях барометра. Данные барометры отображаются в гектопаскалях. В принципе, их можно всегда перевести с помощью интернета в наши привычные миллиметры ртутного столба. Так, ну вкратце все про эти часы. Более подробно можно уже в инструкции почитать, как что настраивать. Еще раз и внешний вид. Так, диаметр самого циферблата 4 сантиметра, а от края до края 5. Толщина 1,5 сантиметра. Такие часики, в принципе, недорогие для своих функций. Всем приятных покупок. Если у кого есть вопросы, пишите.